Меня зовут Евгений, и мой никнейм в игре и на ютубе Аркси. Да, мне моя команда очень понравилась. Team Unique — это вообще лучшие ребята, которых я встречал в этой игре, в PUBG Mobile, и играть с ними было максимально приятно. Также я люблю играть и, конечно же, стримить PUBG Mobile. Ну, в первую очередь, в PUBG Mobile мне очень понравилось управление. Оно достаточно проработанное, очень удобное, особенно если играть в там 3-4 пальца, очень комфортно. И, естественно же, и мне всегда хотелось, чтобы на мою игру могли смотреть, чтобы за мной наблюдали. Ну, в основном, конечно, я, когда играю, какие-то эмоции я стараюсь показывать, чтобы это было интересно, но при этом, в принципе, веду себя точно так же, как и в жизни. То есть спокойно играю, показываю игру и все. Ну, самое важное во время игры с командой — это, конечно же, правильное общение. Но если все друг друга чувствуют, если все понимают, что делает его тиммейт, его напарник, то, конечно же, результат будет намного лучше. Ну, вообще, я ожидаю, что у команды будет стиль правильной, умной агрессии, потому что просто играть пассивно не всегда правильно, и при этом, конечно же, не влетать куда-то, не упарываться, а при этом там думать, обсуждать все действия между собой и действовать сообща. Ну, в старшеллинже я хочу занять, конечно же, самое лучшее, первое место. Ну, с какой бы командой я ни играл, мы сможем одолеть любого из вас.